такого змея с Миланочкой мы запустили, и хвост сделали ему. Да? Да. Смотри. Там было. На фибрную удочку примотали с катушкой, с Миланочкой. И вот у нас змей летает. Да, мы сейчас отнесем. Такой хвост сделали. Длинный. Вообще нормалек, да, Миланка? Да. Вот так-то. Так, ладно. На следующие выходные потеплеет там. Можно за палочку просто вязать, а там удочка вверх поднимается. И вязать, и все. Да. За палочку. Можно выше даже поднять было змея, но этого хватит. У нас катушка просто маленькая, и мало там плетенки было. Ну ты счастлива, Миланка. Угу. Ты молодец. Если бы он был очень сильный, то меня бы поднял. Ага. Я бы хотела на змеи полетать. Так как будто по клевке, да, спиннинг так вверх поднимается. Да. А у нас там змей вверх. Вверх, потому что змей вверх поднимается. А если перевернуть на палочку,